Семена агератума белый шар, белый шар. Прекрасный вариант для классических садов и проектов ландшафтного дизайна в строгих цветах. Однолетник достигает 30 см в высоту, с июля по октябрь покрыт множеством белоснежных цветков с удлиненными трубчатыми лепестками. Плотные крупные соцветия выглядят нежно, производят впечатление беззащитности и хрупкости. Эти свойства делают сорт незаменимым для наполнения выносных вазонов, построения миксбордеров и долгоцветущих композиций. Для успешного роста и обильного цветения требуется плодородная почва, хорошая освещенность участков посадки. Агератум белый шар – это однолетнее растение высотой 30 см. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок и может достигать до 1,5–2,0 см в диаметре. Агератум прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для обогащенных почв. В качестве места выращивания агератумы прекрасно устроит открытый грунт. Расцветает агератум белый шар в месяц июль-октябрь. Цветок окрашен в белый цвет. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.